Всем огромный привет! Сегодня вторая часть моего видео «Что в моем чемодане?». Во вчерашнем влоге я делала обзор только на какую-то вот мелочь. Это вот были шампуни, матрасики, подушки, крема какие-то. А в этом видео я покажу платье, какие я с собой беру. Но если кто-то из вас пропустил вчерашнее видео, я линк оставлю под этим видео, можете посмотреть. Всем приятного просмотра! Всем огромный привет! Сегодня вторая часть моего видео «Что в моем чемодане?». Во вчерашнем влоге я делала обзор только на какую-то вот мелочь. Это вот были шампуни, матрасики, подушки, крема какие-то. А в этом видео я покажу платье, какие я с собой беру. Но если кто-то из вас пропустил вчерашнее видео, я линк оставлю под этим видео, можете посмотреть. Всем приятного просмотра. Одно из первых платьев, которое я с собой беру всегда, потому что оно у меня очень давно, я его люблю, оно мне нравится, оно удобное, комфортное. Это вот такое вот длинное платье. Здесь резинка, здесь спереди чуть-чуть идет покороче, сзади удлиненное. Одеваю я в основном всегда это платье на завтрак. На завтрак я с собой взяла три платья. Это первое платье. Второе платье, оно чуть-чуть покороче. Тоже резинка. Я очень люблю, когда спереди вот эти вот такие вот резинки. Зеленые в горошек. Повторюсь, что они не глаженные. Я беру с собой специальный шпрей, который разглаживает платье. Очень удобное, очень классное. Мне нравится. Платье номер три. Разрез, лямочки. Сзади они сужаются, тоже удлиненное и тоже очень удобное. В общем, три платья у меня на завтрак. Это платье, скорее всего, я буду одевать, может быть, вечером, на ужин. Тоже имеется разрез, но не такой высокий, как на третьем платье. Здесь лямочки, но ты не можешь их делать длиннее или короче. Они вот тут бантик. И он привязан, ты его не можешь развязать. В общем, вот такое вот платье. Тоже на вечер. Вот с такими туфельками, девочки, которые очень красиво смотрятся на ноге. Я прям просто влюбилась. Ну, я пожалела, что я их выписала только одного цвета. Были разные: розовые, красные, синие, коричневые, светло-коричневые, черные, белые. Я выписала только белые, девчонки, но их больше нет. Их все раскупили полностью, потому что они очень удобные. Ну, будем говорить спасибо, хоть белые достались. В общем, вот такое вот платье. Можно рукава опустить. Бантики вот эти можно завязать вот сюда. В общем, платье-трансформер. Вот. Вот такое платье. Оно коротенькое, сзади вот здесь открыто, здесь резинка. Вот такое платье, девочки. Это тоже на вечер платье. У этого платья есть карманы. Я не сразу заметила, когда я его купила, померила, не сразу заметила. Ну, это неплохо, карманы всегда хорошо. Вот такие были у меня платья. Получается, 4 платья на вечер и 3 платья на завтрак. А обедать все равно или в снэк-бар, или в ресторан все равно мы одеваем тунику. Купальники. Я не показала купальники. Такой вот рубашка. Рубашка покупала в Таку. Это, по-моему, покупала или Ота, или Цаланда. Уже не помню. В общем, вот такой вот. Первый наряд на пляж. Купальники можно комбинировать. Сейчас я одела совсем другой, голубой, в полосочку. Тоже неплохо с этой рубашкой. И есть у меня еще такое платье, девчонки. Оно прозрачное. И я думала, его тоже можно одевать. Там пойти... Снэк-бар. Мне кажется, хорошо.
В общем, я его тоже беру с собой. Я и платье это беру с собой, и этот купальник. И такой же купальник. Только вот такой расцветки. Я тоже его беру с собой. Здесь еще сандали. Сандали коричневые, черные, вот эти вот белые босоножки. Это пляжная обувь. И сумки. Вот это вот бежевая, вот это серая маленькая. И вот эти. В общем, я пока сумки думаю, какую брать, я еще сумку с собой не буду. Но две точно из них возьму. Серую, бежевую точно. А вот какую я еще не знаю, девчонки. Как я могла забыть, девчонки, купальники. В общем, я еду в черных, как они, велосипедки. И к ним я еще взяла пару футболок. Обычные футболки, как я люблю, такие оверсайз, чтобы они были большие. Это на всякий случай. Да, лечу в велосипедках, и у меня будет худи. И вот такой вот мой рюкзак, который я с ним летала в том году. Очень удобный. Карманы везде, везде вот такие штуки. Можно вот эту вот подушку для самолета. Где она? Куда-нибудь сюда прицепить. В общем, очень удобно. И кармашков очень много. Здесь карман, здесь открываешь внутри карман. Сзади нет, но внутри очень много. В общем, что у меня в моей сумке? Это вот такая вот штука. Если вдруг в аэропорту мест не будет, можно сесть на пол. Ничего страшного в этом нет. Так, салфетки. Кошелек с деньгами, с паспортами. Риксона. Постоянно у меня его потом достают, но никогда не забирают, поэтому всегда ложу с собой. Расческа вот такая вот маленькая, удобная. Здесь у меня все, что касается телефона. Заряжатели, кабеля всякие, в общем, все, что касается телефона. И в этой сумке у меня... А, сейчас. 4 зубных щетки, зубные пасты. И веер, девчонки. Не нашла. Хотела просто черный, но был только такой веер. Иногда он просто нужен. В аэропорту, в самолете иногда нужен. Красота. Девчонки, я вам кое-что сейчас покажу по секрету. Мы же все взрослые, правильно? И разговаривать должны на разные темы, правильно? Правильно. Что я себе купила? Я не люблю, когда одеваешь какое-то платье или футболку, и вот здесь выпирается. Это не всегда есть хорошо. Кому-то нравится, очень многие девчонки ходят, там вот так все выпирается, чуть ли там не сигналы уже такие, и все как-то спокойно, все хорошо. Я так не могу, поэтому я себе заказала вот такие вот специальные наклейки. Держатся, девчонки, оптимально. Есть на большой сосок, есть на маленький, у кого как. Вот такой вот я себе заказала. Можете в Амазоне посмотреть. Там есть для мужчин, есть для женщин. Там даже расписано, какой он должен быть. В общем, девчонки, я взяла специальный для спорта. Потому что спорт, когда делаешь, ты потеешь, и он может отлететь. А это специальный, он не отлетит. Поэтому для отдыха, если кому-то нужно, девчонки, можете заказать. Очень хорошая вещь. Все. Вот что. Ну и, соответственно, там нижнее белье, носки, носки, трусы. Все. У Ромы все почти точно так же, только в его чемодане мы на той неделе в субботу ездили, тоже ему покупали, ну, как обычно, новые футболки, новые шорты с собой. Забыла, у меня еще здесь очень-очень много вот таких вот салфеток, которые протирать руки, резинки для волос. И одна упаковка салфеток, какую-то вытирать поверхность, потому что они нужны, потому что руки иногда грязные, липкие такие, потные, и очень удобно вытирать такими салфетками. Все, девчонки, показала купальники, платье, что у меня в сумке. Если что-то забыла, у меня еще есть время до завтра, я обязательно доложу. Все, а завтра мы уже вылетаем в Турцию, чего я очень жду и очень рада. Довольны больше всего звери, да, Пушок? Да? И Пушок, и Сонька. Они сразу чувствуют.
Они от этих вот вещей не отходят, сидят возле чемоданов, чувствуют, что мамка с папкой уедут, да? Да? Сегодня еще Марсель приедет со Штутгарта, да, Пусянь? Да? Ваша нянька приедет. Нянька ваша приедет. Да?